Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди. Сегодня мы с вами будем испытывать баги в Грэнни, а точнее баги с дверьми. Ну вот, как, допустим, вот это отвалилось только что. Так, вот на Грэнни идет. Я хочу ее попробовать туда запихнуть. Я думаю, у меня получится, ребята. Я уже профессионал в этом деле. Сейчас мы с вами увидим один из багов. Закрываем. Ну, Грэнни, ну что ж ты такая? Ну-ка, ее немножко надо подсадить. Давай, 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 Грэнни, залазь. Залазь, Грэнни. Ну, вот, 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 вот так, вот так, вот так. Отлично. Зажимаем. Так, так, оба. Вот мы и отрубили ей голову. Смотрите, у нее зубы сквозь багажник видно. Ну-ка, еще раз. Оба. Можем даже залезть. Могли бы залезть, если бы успели. Ну ладно. Это ж классно, да, ребят? Кстати, ребятки, если вы спросите, откуда у тебя такой классный мод, откуда у тебя вот такие вот картины. Это Доктор Хак все делает, ссылку на него. Ссылку на него я оставлю под видео, под описанием. Он реально круто делает моды. И надеюсь, он сделает еще круче моды. В общем, посмотрим. Особенно эта картина просто умиляет. Вот дедушка и бабушка, злая-злая бабушка, прям на Грэнни похожа. Смотрите, дедушка такой милый, хороший, чайку ей наливает, а бабушка такая злая. Это явно Грэнни, ребятки. Это самая настоящая Грэнни. Сволочь, она идет сюда. Кажется, засекла. Грэнни, прошу прощения. Довольно-таки смешно смотрится в такой маске. Короче, Грэнни сейчас идет за мной. Получай, прямо в пятку. Ах, лесова пята, давай туда, назад, 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 давай. Давай, давай. Ты что там, вырубилась? Теперь тебя закроем. Смотрите, смотрите, что у нее шеи. Боже мой, она как черепаха подогнала, ну, как подобрала ее. Ну-ка, опа, ач, не получилось, ну, к сожалению. Грэнни, тебе надо подвинуть. Что-то она не хочет двигаться. Блин, так не получится, баги. Ну, был более-менее, да, такой баг? Черт подери, Грэнни, дай я тебя пройду, что ли, протиснусь. Короче, ребят, Грэнни меня поймала. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть смешно с ее маской. Так, это даже не страшно, ребят. У нее очень довольно-таки хорошие зубы. Она меня, видимо, хочет поцеловать. Зацеловать. Ох, внучок, я тебя давно не видела. Еще в этом мне моде нравится, как сделана улица. Очень красиво, очень аккуратно, опрятно. Дверь, вот так все. Стены, мне нравятся такие немножко облезлые. Классно. Обалденно круто. Лучше, чем в оригинале. О, я кто это? Так, ну, ребятки, давайте по традиции в парилочке у Грэнни запрем. Попробуем, обожаю это делать. Так, включаем. Грэнни, ну как тебе там? Грэнни, с тобой все в порядке? Ох, сынок, как же мне хорошо, еще бы кто-нибудь спинку потерял. Зайди-ка ко мне, потери мне спинку, а я тебе потом потру. Вот я булочки состряпаю, сейчас только спинку мне, пожалуйста, потери. Ай, как кайфово мне. Так, ладно, Грэнни с ума там сходит. Так, ребят, ну ружье мы, значит, собрали, заряжаем. Хочу попробовать ее еще раз здесь прикокнуть. Грэнни, ты слышишь, как падает в ружье? Я его собрал. Я понимаю, ты хотела со мной поиграть. Поэтому ты его разобрала. Грэнни. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это уже не смешно нафиг. Это не смешно. Это не смешно. Получай. Фу, Грэнни, ты меня испугала. Как же ты меня испугала. Вот тут. Сиди в углу, ты наказан. Нифига себе у тебя растяжка. Так, теперь дай мне пройти. На Грэнни можно залезть, это всегда прикольно. Так, потопчемся, потопчемся. Давайте массаж. Блин, хотел спины сделать, ну ладно. Хотел потоптаться по твоей спиночке. Ну, ты сама не хочешь, окей. Я еще 8 патрончиков для тебя есть. Приготовил. О, Грэнни машину чинит. Нифига себе. Грэнни мастер. Так, ребят, специально жду Грэнни здесь. Я очень боюсь, что она опять прячется за углом. Вроде ее не слышно. Давайте закроем дверь. Чтобы узнали, что ее здесь нету. Так, дропаем. Отлично. Ну, сейчас-то она 100% пройдет. Вон она, я ее вижу. Открывает дверь. Так, немножко вот так. Па-бау!
Отлично. Теперь надо нам вот так обойти и закрываем за собой дверь. Хоба! Что с Гренни стало? Гренни, тебя перекосило. Гренни, ты живая? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Она в стене, ребята! Гренни в стене! Офигеть! Гренни, там живая? Где твое лицо? Покажи, ну, покажи свое лицо. Вот это прикол, вот это реально прикол. Гренни совсем застрял, ребята. Смотри, где она. Она в стене, вот она. Офигеть, мы ее в текстуру загнали. Жесть. Кстати, ребята, хотел проверить, что если будет, если я вот стрельну в капкан ее вот так. Капкан закрывается. И Гренни сзади подходит и бьет в затылок. Подождем Гренни здесь. Хочу пробовать тут ее кокнуть. Гренни, я тебе так немножечко пококаю, пококаю. Что ты несешь? Кокну, в общем, прикончу, в смысле. Ну и где ты? Давай, давай, да выходи. Да выходи же. Я сейчас выйду, и ты мне по 5 стукнешь. Ты надеюсь, отсюда не выползешь? Не выползешь отсюда? Вроде нет. Ты издеваешься, что ли? Вот уронил я ружье. Ты со мной играешь? Вон она, Гренни, красавица, получай. Отлично, отлично. Чё, голова застряла? Блин. Гренни весь кайф испортила, ну-ка. Блин, прыгать жалко, нельзя. Давайте аккуратненько так обойдем. Тебе надо немножечко подпихнуть. Гренни вот так подпихнем и закрываем. Слушай, а тут что-то не работает этот баг. Может, с другой стороны надо было? Давай спустим ее вниз. Гренни. Что с тобой еще можно сделать? С помощью Гренни можно хоть куда залезть. Так. Так, Гренни вон найдет, вон издалека. Гренька. Гренька. Прям как... Ну, знаешь, как гренки. Не пугай меня. И вот я тебя лично не вижу. О, побежал, побежал. Блин, хотел в другом немного месте ее убить. Так, вот так, ждем. Пау. Да ну нафиг, ребята, я промазал. А... День пятый, фигово. Так, ребята, у нас последний день. Это будет опасно, нам надо будет... Блин, я даже не знаю, как это сделать. Где... Тут где-то ружье, да, было? Вон, но в ванной. Главное не шуметь. Главное не шуметь. Валим, валим, валим. Не пугай меня, Гренни. Нафиг. Чур, чур, чур. Все, она услышала. Она сейчас отсюда придет, я надеюсь. Да, да, да. О, нифига себе, ее расколбасило. Гренни, ты че? А если в капкан ее запихнуть? Давайте пробуем в капкан. Так, немножко, немножко. Ну, блин, ну, Гренни, пожалуйста. Для видео. Вот, 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 отлично, она в капкане. Он захлопнулся, ребят, капкан захлопнулся. Смотрите, он ей шею придавил, прижал. Офигеть, то есть и я в капкан попал, и она в капкан попала. Блин, ну придется освободить ее, чтобы самому освободиться. Прикольно, слушайте. Над Гренни реально можно столько приколов сделать. Так, смотрим, что у нас здесь. Ух ты ж, елки-палки. Какой-то чертик выгуливает маленькую девочку. Прям как Гренни. Так. Вот это очень такая непонятная картина. Ладно, ребят, нам надо патрон взять, иначе. Нифига не успеем. Знаете, я что хочу еще сделать, если я успею. Она... А... Тварь. Она отсюда спамнится. Я прям помню, как-то респамнилась прям отсюда. В общем, я хочу, ребята, тут ее поймать, прижать. Сначала тут прижмем, потом вот тут прижмем. Если мы ее прижмем тут, можем туда залезть, а там Hell будет написано. Может, там Флоки... Ой, доктор Хак какую-нибудь паскалку оставил. Вон игра не выходит. Немножечко подождем вот так, чуть-чуть совсем. Отлично, сейчас ее дверью должно прижать, ну-ка. Оба, нифига себе. Грэнни, я тебя хочу спасти, но я не могу. Ты сама понимаешь, что дверь эта не открывается. Так, смотрим. Что там с Грэнни? Грэнни, ты живая? Ух ты. Грэнни, давай я тебя вытащу. Ну-ка. Давай, Грэнни, я пытаюсь. Я стараюсь делать все, что в моих силах. Кажется, ты застряла. Но она реально застряла. Грэнни, такова жизнь, Селеви. Так, ладно, у нас еще есть один вариант.
Блин, у меня 2 патрона осталось. Давайте их израсходуем и на этом видео закончим. Просто если, ребятки, вам нравится Гренни, если вы будете смотреть Гренни на моем канале, я буду больше всяких приколов сделаю. Скоро будет интервью у Гренни, я обещал на 90к подписчиков, сделаю продолжение интервью с Гренни. Так что там лайки ставьте. Пока Гренни нет, можно пробовать арбуз взять. Представить, что это голова Гренни. И вот так сделать. Хлобысь. Это самое офигительное, что есть. Так. Что там, Гренни выходит? Нет, кажется, нет. Так, Гренни вышла. Я хочу немножко сюда подманить. Вот так, вот так. Это что такое было? Это типа мне хана? А, ребята, ребята. В общем, вот такие вот баги с Гренни, с дверьми, это реально круто, мне кажется. Если хотите больше подобного, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорого, пока-пока.